rap. For real, something you feel. Без защиты. 80 килограммов на что? Вес взят. А по вас приглашается Андреев Кирилл. Вес засчитан. 110 килограммов на штангу. Третья высота стоек. На по вас приглашается Кутявин Павел. К сожалению, попытка. 120 килограммов на штангу, высота стоек не уходит. Вес готов. На палат приглашается Гусев Денис. Без защиты. Давайте поддержим спортсмена как можно громче. Дорогие друзья, как-то затихли совсем мы. Надеюсь, не устали. Спортсменам необходимо... килограммов на штангу, высота 6, страховочная 8. На помощь приглашается Поздеев Борис. Так вот, к чему я все это? Нужна поддержка ребятам! Давайте как можно громче! Город Глазов! Борис Поздеев! Пожелаем удачи парню! Вес засчитан. Вес тот же, высота 4, страховочные 7. Да!
попытка. Вес готов? На повоз превышается таран Евгений. Это что называется, как пустую, друзья мои! Вес готов? Да, по вас приглашается Куликов Александр. Попытка не засчитана. На нас приглашается Остапа Хансон. И вес на штанге 175 килограммов. Два к одному вес засчитан. 195 килограммов на штангу. Четвертая высота. Засчитано. 200 килограммов на штангу. Третья высота, страховочные вторые. На повоз приглашается Вега Виталий. Засчитано. Совсем чуть-чуть не хватило Виталию, но аплодисменты! Приглашается Таран Евгений.
2 годовые защита. 160 килограммов на штангу, высота 5, страховочные те же. Сергей Чишников Александр. Засчитан. 190 килограммов на штангу, высота 5, страховочные 8. Купляться рефлексии. Дорогие друзья, не слышим ваших аплодисментов. Поддерживаем спортсменов. 190 килограммов на штанге. Попытка не засчитана. Без готов. На помощь приглашается Газизов Марат. Давайте поддержим спортсменов! 205 килограммов! Засчитано. 162,5 килограммов на штангу, высота та же, страховочная тема. Yes.
попытка. 195 килограммов на штангу, высота 5, страховочные 8. Вес готов? На повоз приглашается Мерсерев Алексей. Вес взят. 217,5 килограммов на штангу. Высота стоек 4, страховочные те же. Вес готов. На повоз приглашается Газиз Махмарат. Дорогие друзья, здесь сейчас не шуточная борьба разыгрывается. Давайте поддержим как можно громче. Возможно, это разыгрывается абсолютка. На самом деле я бы сейчас на месте девушки немного испугался. Цепи, грелки, два здоровых мужика. Вы посмотрите, все по-настоящему, да, только открыл, никакой подставы, настоящая грелка. До этого я видел это только на телеэкране, если честно. Кто видел вживую, поднимите руки. Руки поднимите, кто видел вживую, как эту грелку сейчас? Буквально в роли Тузика сейчас вы у нас кто-то выступит, да, помните, как порвал, как Тузик, грелку. Блин, что сейчас будет? Да, вот здесь у нас главный организатор наш кричит дома. Макс, может, не надо? Он говорит, надо, парни, надо. Ножки отрываем. Ножки. Ее бы вот чуть-чуть, да, одну петельку ей под коленочки туда подальше. Да. Все, круто. Так. А, так вот оно что! Она просто этого не видит, поэтому так, не поднимая глаза, я тебя умоляю. Приз девушки, аплодисменты, конечно же! Спасибо огромное нашим хозяевам сегодня, Ксиона и Каплотиме, вот такой вот презент. Спасибо. Значит, я сейчас покажу, что нужно сделать, пока ничего не делай, потому что все дело в волшебном полотенце. И после этого твоя задача попытаться повторить. Ну и повторить. Ну что, сначала аплодисменты маэстро! Как это сейчас принято, молодежь кричат, батя, встань! Ага, все? В
волшебство в полотенце, значит. Смотри внимательно. Полотенце. Thank you.
без газона на народ приглашается Петрова Оксана.
48 повторений у Савкиной и Милы. Тот же вес, та же самая высота. И на помоз приглашается Иванцова Анна. Готовится Аглиулина Лучича. Работай, терпеть, работай!
красавчик Сатана, пост приглашает Сади Митьянова Ирина. Готовится Шаяхова Ирина. Thank you.
38 повторений у Салахутдинова Альберта, 75 килограммов на штангу для одноруженка. Yeah.
4 повторения у седых Сергея. Thank you.
36 повторений у Шафигулина Рамиля. На штанге 90 килограммов. На помост приглашается Дамаскин Алексей. Готовится к погоде.
25 повторений. Буду Галиева, Амир, Альберт, готовится Юрдов.
часть робота, да, он будет работать, но Андрея.
колени. Thank you.
повторение у Баженова Валерия. 90 на штангу. Шестая высота. Вес готов. На помощь приглашает следующих игроков Эдуард, готовится Марко Фартер. Тот же мир.
вниз, высота не указана. На помощь приглашается Обухов Виталий, готовится Малохин и Викторович. Повторение у Колмогорова Алексея.
92,5 килограмма на штангу. Четвертая высота. Вес готов. На помост приглашается Новинский Александр. Готовится Газиф Марат. Yeah!
9 повторений у Вагизова Ильнара данного потока и всего соревнования. Одно повторение. На этом наши соревнования закончены. Буквально минут через 20-30 мы начнем церемонию награждения. А через 5 минут все спортсмены, которые выступали в дивизионе ДК, просьба собраться в зале, будет озвучен список спортсменов, которые вызваны на допинг-тест. Еще раз повторяю, спортсмены, которые выступали в дивизионе... До 75 килограммов весовая категория. Первое место Ирисов Андрей. Результат 117,5 килограмма. Открытая возрастная группа до 75 килограммов. Первое место Однороженко. Мастера 40-44, весовая категория до 75. Первое место. Макшаков Иван. Мастера 50-54. Первое место. Вагнер Георгий. Результат 80 килограммов. Мастера 50-59. Первое место Некрасов Дмитрий. Результат 125 килограммов. Открытая возрастная группа, весовая категория до 85 килограммов. Первое место Сапожников Антон. Результат 127,5 килограммов. Мастера 45-49. Первое место Зворыгин Сергей. Результат 127,5 килограммов. Открытая возрастная группа, весовая категория до 90. Первое место Худяков Александр. Результат 165 килограммов. Саня, молодец! Саша, красавчик! Также Александра я попрошу пока не уходить. Саня! С пьедестала. Не уходи! Возрастная группа мастера 40-44.
Второе место. Дамаскин Алексей. Результат 120 килограммов. И победитель также становится Худяков Александр в этой же возрастной. А как потом? Сфоткать или как? Саша молодец! А в каком году? Ребят, у меня память осталась только здесь, я вижу сына. Давай палец, Саня, палец! На фото у тебя встать. Спасибо. Весовая открытая возрастная группа, весовая категория до 100. Третье место. Захайнер Максим. Результат 130. Второе место. Новиков Игорь. Результат 150 килограммов. Становится Гречишников Александр с результатом 162,5 килограмма. Второе место. Рожков Евгений. Результат 155 килограммов. Женя, молодец! И победителем в данной весовой категории становится Поздеев Борис с результатом 177,5 килограмма. Женя, молодец! Женя, ты уже малец. Переходим к награждению абсолютного зачета. Женя лежит без экипировки с прохождением допинг контроля. Третье место. Зинатулин Рустам. Второе место. Одноежинкан Андрей. И победителем становится Худяков Александр. Саня, где ты? Итак, переходим к награждению живо лежа без экипировки, без прохождения допинг-контроля. Итак, возрастная группа открытая, весовая категория до 60. Первое место. Савкина Елена. Мастерат 60-64. Первое место. Беляева Августа. Беляева Августа. Есть в зале? Весовая категория до 67,5 килограмма. Первое место. Мышкина Наталья.
Мастера 40-44. Первое место Золотарева Елена. Заберет представитель. Мастера 45-49. Первое место Баймачева Елена. Мастера 40-44, весовая категория до 90. Первое место Тагильцева Марина. Небольшое объявление от организатора турнира. Абсолютным победителям во всех дивизионах просьба не расходиться, потому что для вас приготовили какие-то еще дополнительные призы. Ну и, соответственно, совместное фото со всеми абсолютными победителями сегодняшнего турнира. Итак, продолжаем. Переходим к награждению мужчин. Жим лёжа без экипировки, без прохождения допинг-контроля. Возрастная группа юноши. Весовая категория до 56. Первое место. Зворыгин Григорий. Юниоры до 56. Первое место. Титов Михаил. Результат 120 килограммов. Юноши, весовая категория до 67,5 килограммов. Первое место Данилов Егор. Представитель заберет за Данилова Егора. Юниоры, первое место Юрлов Игорь. Результат 117,5 килограммов. Юниор до 75. Первое место Морозов Денис. Результат 130 килограммов. Открытая возрастная группа. Первое место Кутявин Павел. Результат 100 килограммов. Забрал представитель. Мастера 65-69. Первое место Моур Альберт. Самый великовозрастный спортсмен, принимавший участие в сегодняшнем турнире. Бурные аплодисменты. Среди юниоров весовой категории до 85 награждается Килин Роман. Также заберет представитель до 82,5 килограммов. Третье место Гаврилов Дмитрий. Второе место Гаврилинцы Иларион. И первое место Килин Роман. Также получит представитель за него награду. Мастера 40-44. Первое место Симакин Дмитрий. Результат 146,5 килограмма. Мастера 45-49. Первое место Субботин Владимир. Результат 120 килограммов.
Юниоры до 90 килограммов. Первое место Быданов Никита. Возрастная группа. Третье место. Дыга Виталий. Результат 190 килограммов. И первое место. Прозоров Дмитрий. Результат 207,5 килограммов. Мастера 40-44, первое место, Булдаков Павел, результат 135 килограммов. Мастера 50-59, первое место, Баженов Валерий, результат 90 килограммов. Открытая возрастная группа до 100 килограммов. Третье место. Ионичек Артур. Результат 75 килограммов. Второе место. Сергеев Игорь. Результат 215 килограммов. И победителем становится Газизов Марат. Результат 217,5 килограмма. Мастера 45-49. Первое место. Круглов Сергей. Мастера 50-54. Первое место. Сергеев Игорь. Мастера 60-64. Второе место. Максутов Флорид. Результат 125 килограммов. Его, к сожалению, нет. Сейчас в зале представитель забрал за него награду. И победителем становится Минин Сергей, пожав вес 135 килограммов. Открытая возрастная группа, весовая до 125 килограммов. Первое место, Бехтерев Алексей, результат 195 килограммов. Открытая возрастная группа, весовая категория 140+. С результатом 220 килограммов первое место занимает Обухов Филипп. Также он награждается дополнительным призом от компании.
компания «Росавто» за самый большой поднятый вес в жиме без экипировки. Переходим к награждению абсолютного зачета среди открытой возрастной группы. Итак, третье место — Сергеев Игорь. Второе место — Просоров Дмитрий. И победителем в открытой возрастной группе становится Газизов Марат. Переходим к награждению в абсолютно так. Напоминаю спортсменам, которые награждались в абсолютном зачете, просьба не расходиться. Для вас приготовлены еще дополнительные призы. Итак, переходим к абсолютному зачету среди мастеров. Третье место — Максютов Флорид. Второе место — Минин Сергей. И победителем становится Сергеев Игорь. Спортсменам. Шизаков Максим. Результат — 280 килограммов. Переходим к награждению народного жима половину собственного веса. С ДК и без ДК. Итак, второе место — открытая возрастная группа, весовая категория до 56 килограммов. Аникаева Светлана, второе место. И победителем становится Гиташвили Мария. Мастера 40-49, весовая категория до 60 килограммов. Первое место — Крюкова Наталья. Мастера 40-44, весовая категория до 67,5 килограммов. Первое место — Емельянова Ирина. Мастера 60+, весовая категория до 82,5 килограмма. Первое место — Николаев Александр. Саня, молодец! Саня, а так?
Даже в чёчку. Саня, оп! Народный жим, собственный вес, с прохождением допинг-контроля. Открытая весовая категория, открытая возрастная группа, весовая категория до 60. Первое место. Салахутдинов Альберт. Открытые возрастные группы, весовая категория до 75. Второе место Трофимов Константин. И победителем становится Обнороженко Андрей. Трофимов Константин и Обнороженко Андрей. Андрей, молодец! Да, вот так вот. Весовая категория до 82,5 килограммов. Первое место Шестаков Николай. Коля, молодец! Весовая категория до 90. Второе место Погодин Алексей. Ты что, ты меня пугаешь, орёшь так? Победителем становится Шифигуль Рамиль. Алексей! Мастера 40-49, весовая категория до 90. Второе место Дамаскин Алексей. И победителем становится Погодин Алексей. Молодец. Да. Дамаскин Алексей, второе место. Погодин Алексей. Первое. Давайте наверх. Весовая категория до 100. Первое место. Переходим к награждению народного жима. Половина собственного веса без прохождения допинг-контроля. Открытая возрастная группа, весовая категория до 44. Первое место Кубикова Кристина. Весовая категория до 52. Первое место Петрова Оксана. Петрова Оксана. Есть в зале? Весовая категория до 56 килограммов. Первое место Малохина Евгения.
весовая категория до 60. Первое место Савкина Елена. Открытая возрастная группа, весовая категория до 67,5 килограмма. Третье место. Аглиулина Гульчачак. Второе место. Иванцова Анна. И победителем становится Баймачева Елена. Весовая категория до 90. Первое место Тагильцева Марина. Юноша до 67,5 килограммов. Первое место Нургалиев Амир. Мастера 60+. Первое место. Муамар Альберти. Итак, переходим к абсолютному зачету среди народного жима половина собственного веса. Здесь, естественно, представлены только одни женщины. Итак, третье место. Баймачева Елена. Второе место. Савкина Елена. И первое место Кубикова Кристина. Аплодисменты прекрасной половине человечества. Итак, продолжаем награждение. Переходим к народному жиму собственного веса без прохождения допинг контроля. Юниоры до 67,5 килограммов. Первое место. Юрлов Игорь. До 75 килограммов, открытая возрастная группа. Второе место Рожков Роман. И победителем становится Нургалиев Наиль. Мастера 40-49. Первое место. Ардашев Олег. Весовая категория до 82,5 килограмма. Второе
становится Юхнин Денис. Мастера 40-49. Первое место. Симакин Дмитрий. Открытая возрастная группа до 90. Третье место. Манохин Игорь. Холмогоров Алексей. И победителем становится Прозоров Дмитрий. Мастера 40-49. Первое место. Жестков Эдуард. Открытая возрастная группа до 100 килограммов. Третье место. Скахарев Дмитрий. Новинский Александр. Александр уже покинул наши соревнования, поэтому если у вас, если его представитель есть, просьба занять его место. И первое место. Газизов Марат. Переходим к абсолютному зачету среди народного жима. Итак, третье место. Газизов Марат. Второе место. Прозоров Дмитрий. И победителем становится Нургалиев Наиль. Еще разок. Итак. Подождите, подождите, не уходите, вас еще не все подарками наградили. Сначала их награди. Итак, просьба этих спортсменов не уходить, также всех абсолютников сегодняшнего турнира. Просьба всех собраться возле пьедестала. Повторяю, всех спортсменов, которые сегодня заняли абсолютный зачет. Просьба подойти к пьедесталу. Первое место в абсолюте. Кубикова Кристина есть в зале? Спроси, пожалуйста.
самое главное сегодняшнего турнира, это командный зачет. Ребят, если вас не затруднит, вы чуть-чуть подальше отойдите, чтобы здесь было побольше места. А то все-таки командные у нас многочисленные, чтобы им было больше места для того, чтобы сделать фотографии, ну и, соответственно, наградиться. Итак, набрав 204 очка, третье место сборной Удмуртии. Ну, представители, 2-3 человека хотя бы выйдите. Ребят, идем, идем, Юра, пошли. Набрав 225 очков, второе место сборной Перми. И победителем данного турнира, обладателем самого главного приза сегодняшнего турнира, даже вот абсолютно нам сюда пускают, что хлопают. Итак, 252 очка, первое место сборная Кирова.